Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Да туда опасно подходить. Почему? Опасно, а там через дорогу сбить могут. Попросили, я перевел бы. Ну, в следующий раз буду иметь в виду. Хорошо. Да, подходите, поможем. Давно в меня как бы увидели? Или сразу? Сразу же, да? Нет, давно в меня нужно все. Сказать, что следующий через полтора часа где-то приедет. Только появится через полтора часа. Что, не стоять? Хорошо. Вы меня стоите. Спасибо. До свидания. У меня только одна просьба, одна. Одна вот, одна маленькая просьба. Во-во-во-во-во. Вот эта вот просьба прям вот касается, да-да-да, ремня безопасности. Огромная просьба и водителя пристегнуться. А то я посмотрел, я же и снимал, вы поедете, думаю, не пристегнутые, вы и ехали. Ну да, ну при движении же нужно. Это очень хорошо. Не, ну это хорошо, это красиво, это по закону, это классно. А вот просто морального права тогда не имеете выписывать водителям за ремень, правильно, если сами не пристегиваетесь? Вот, так что большое спасибо. Без морального права. Не, ну представьте, вы являетесь нарушителем, злостным, если не пристегнетесь, а за ремень будете гражданину штрафовать. Это правда.